Здравствуйте! В эфире программа «За здоровье». Мы обсуждаем темы, которые касаются самого ценного – нашего здоровья и хорошего самочувствия. И вот что вас ждет в этом выпуске. Три автомобиля скорой помощи обновили парк из Обилинской райбольницы. В Ставропольский госпиталь для ветеранов и войн приобрели новый компьютерный томограф. А в поликлинике номер 5 города Ставрополя работает кабинет помощи при отказе от курения. В селе Турксат продолжается обновление и модернизация амбулатории. Более половины взрослого населения нашей планеты знакомы с изжогой. Так что же это такое? Как запускается процесс изжоги? Основные причины, методы диагностики, как изжогу лечить, помогает ли при изжоге содовая вода, лишний вес, стресс и изжога связаны. Разберемся в программе. Все это немного позже в сегодняшнем выпуске, а пока мы начинаем с традиционных новостей медицинской отрасли региона. Три автомобиля скорой помощи обновили автопарк из Обилинской районной больницы для оказания первой доврачебной помощи и помощи в экстремальных ситуациях в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость одного авто составляет 4 миллиона 620 тысяч рублей. Спецтранспорт оснащен всем необходимым современным медоборудованием для безотлагательной медицинской помощи. Дефибриллятором, кардиографом, аппаратом для искусственной вентиляции легких. В салоне находится тележка-каталка со съемными жесткими носилками. Есть отсеки для хранения необходимых лекарственных препаратов. Также машина отличается высокой крышей для удобства передвижения медицинского персонала по салону. Новые автомашины распределены в участковую больницу поселка Солнечнодольска, врачебную амбулаторию села Птичьего и в районную больницу города Изобильного. В Ставропольский госпиталь для ветеранов войн приобретен новый томограф. Его стоимость более 55 миллионов рублей. Средства на закупку высокотехнологичного оборудования выделены из федерального бюджета, а в рамках программы, направленной на лечение от COVID-19. Новый томограф с высоким разрешением для обследования заболеваний головного мозга, органов зрения и слуха, заболеваний органов грудной полости и легких, органов брюшной полости и забрюшного пространства с возможностью применения всех видов контрастирования, включая болюсное контрастирование. Новое оборудование позволит повысить доступность и качество раннего выявления и лечения соматических заболеваний. А в городской клинической поликлинике номер 5 города Ставрополя успешно функционирует кабинет помощи при отказе от курения. А в целях формирования приверженности населения к здоровому образу жизни. Поликлиникой приобретены два анализатора окиси углерода в выдыхаемом воздухе. Это позволяет повысить выявление такого важного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, как курение. Стоимость одного анализатора – 589 тысяч рублей. Аппараты приобретены за счет средств медучреждения. Установление факта курения позволит адресно проводить консультативную и профилактическую работу с населением. Особенно важно выявление курящих среди несовершеннолетних. В селе Турксат Левакумского муниципального округа продолжается обновление и модернизация амбулатории в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Здание было построено в 1970 году. За медицинским учреждением закреплено 2285 человек. Благодаря новой программе амбулаторию полностью отремонтируют. В здании уже демонтирована старая кровля, полы, потолки, инженерные коммуникации. Все это будет возведено заново из современных материалов. Заменят строители также дверные и оконные блоки. На эти цели из консолидированного бюджета было выделено 6 миллионов рублей. Ремонт планируется завершить к концу мая 2023 года. Более половины взрослого населения нашей планеты знакомы с изжогой. Так что же это такое? Как запускается процесс изжоги, основные причины, методы диагностики, как лечить изжогу, помогает ли при изжоге содовая вода, лишний вес, стресс и изжога связаны? Разберемся в программе. Гость студии сегодня Марина Перекалина. Перекалина Марина Владимировна, заведующая отделением гастроэнтерологии Ставропольской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук, главный внештатный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Ставропольского края.
Марина Владимировна, добрый день. Как всегда, рада видеть вас в нашей студии. Итак, мы проанонсировали то, что очень большинство людей в мире знакомы с понятием изжога. Так что же это такое? Что происходит в организме, когда мы испытываем всю, так сказать, красочность симптоматики? Я думаю, даже не больше половины, а большая часть населения в той или иной мере, они испытывали изжогу. Ну, если говорить о самих ощущениях, то это ощущение, да, дискомфорта или чувство жжения за грудиной. И, как описывают пациенты, начинается оно под ложечкой и распространяется куда-то кверху, и иногда доходя до ротовой полости и так далее. Но на самом деле изжога – это не заболевание, да? Это симптом какого-то из заболеваний, которое мы должны по ходу, так сказать, общения с пациентом и его обследования выявить. Но я сразу могу сказать, что изжога, она может быть и физиологичная. То есть пациент, который дважды, трижды или там, может быть, раз в несколько месяцев испытывает изжогу, не надо бежать к врачу, хвататься за голову, делать кучу каких-то ненужных, дорогостоящих, да, манипуляций и исследований. Вот это все в рамках физиологии. Только в том случае, когда она, скажем так, напрягает, она становится мучительной, нарушает работоспособность, сон, повседневную деятельность, тогда надо обращаться к врачу. Если мы говорим о механизме возникновения, да, значит, мы все знаем, да, напомню, что через ротовую полость измельченная пища попадает в пищевод и оттуда благополучно передвигается в сторону желудка. И вот анатомически в пищеводе есть два, скажем так, сужения или два сфинктера. Верхний пищеводный сфинктер, который мускулатурой образованный, и нижний пищеводный. Нас, ну, все-таки больше интересует нижний пищеводный сфинктер, который находится, он как бы на границе желудка и пищевода. Как и бы две дверцы, он, да? Абсолютно верно. Ворота такие у нас хорошие. В норме, когда мы не едим, не пьем, у нас эти ворота закрыты. Как только человек делает глоток из ротовой полости в пищевод, вот этот нижний пищеводный сфинктер, он открывается, и пища потихонечку попадает в желудок. Глоток закончен, ворота закрываются. Но в силу ряда причин, совершенно разных, мы с ним поговорим об этом позже, как бы возникает такая дискоординация. Или плохо расслабляется, или плохо сокращается. И идет обратный ток, рефлюкс, заброс желудочного содержимого в пищевод. И вот эти ощущения, которые будут предъявлять пациенты, они будут зависеть, во-первых, от состояния самого пищевода, был ли он здоров на момент этого рефлюкса, или уже были какие-то проблемы, от состояния общего пациента, от качества этого содержимого желудка, то есть кислота, там, щелочь. Ну, в основном, конечно, это кислотозависимые заболевания, рефлюксная болезнь. Но у нас бывают и щелочные рефлюксы, с ними даже сложнее справляться. И, в общем, много причин. И в зависимости от этого, скажем так, по месту проявления и по жалобам пациентов, мы можем выявлять или выделять, скажем так, глоточную изжогу. То есть, когда люди говорят, ой, у меня печет в горле, начинают обращаться к лор, да, и так далее, и так далее. Думают, может быть, инфекция какая-то. Да, но здесь, здесь уже, как правило, и верхний, и нижний пищеводный сфинктер. Бывает эпигастральная изжога, да, то есть, когда чувство жжения в эпигастре, в области желудка. Вот пациенты приходят, говорят, ой, у меня такие пекущие боли, и рассказывают, как они возникают. И бывает изжога, которую мы называем ретростернальной. То есть это чувство жжения за грудиной, ну, проще говоря, место, где прикрепляются ребра, так, чтобы было понятно. Здесь тоже речь идет больше, наверное, о нижнем пищеводном сфинктере. И в пользу этого будут говорить усиливающиеся ощущения при наклоне вперед, допустим, после еды, когда человек занимается физической нагрузкой, качает пресс и так далее. Вот когда при этом будет возникать изжога, мы, конечно, будем говорить, наверное, что есть проблемы именно с нижним пищеводным сфинктером. Почему так происходит? Почему эти ворота, собственно, открываются? Почему сфинктеры расслабляются? И что может на это повлиять? Значит, даже говоря о единичных случаях, мы можем выделять тоже большое количество причин, не говоря уже постоянных. Во-первых, пища.
качество и количество. Я думаю, что многие любят, как говорят, да, заморскую икру, кабачковую. Почему-то у многих после кабачковой икры возникает изжога. Причем ни на что не возникает, и эту изжогу лечить не нужно. Нужно просто понимать, что, от чего у тебя это возникнет и от чего это пройдет. Это могут быть соусы, это могут быть какие-то острые соусы, это могут быть приправы, томаты вызывают такое, цитрусовое, шоколад, кофеин, содержащие напитки, даже крепкий черный чай может вызвать, кола и кофе, особенно если есть сахар. Почему? Потому что они действуют расслабляющие именно на нижний пищеводный сфинктер. И мята, как ни странно, да, мята, которая вроде расслабляет, успокаивает, мы все любим чай с мятой, она тоже может провоцировать расслабление именно нижнего пищеводного сфинктера. Далее, есть ситуации, когда у нас повышается давление в брюшной полости. Ну, на беременность мы повлиять не можем, да, то есть в тот момент, когда беременная матка увеличивается в размерах, возникает увеличенное давление в брюшной полости, матка как бы подпирает желудок, да, и, соответственно, многие беременные жалуются на изжогу, ну, тут есть специальные препараты. И это как бы временное, да, мы им говорим, дело, что да. Надо перетерпеть, но опять-таки мы не можем оставлять это без внимания. Это беременная женщина, это организм, который вынашивает плод. Вот, у нас есть сейчас, слава богу, препараты, которые разрешены на разных триместрах беременности, и есть средства, которые мы назначаем. Сейчас мы научились с этим справляться. Далее, это может быть ожирение. То, о чем мы говорим на каждой передаче, да, помимо стеатоза, да, панкреатита, всего остального, точно так же ожирение, оно приводит к тому, что увеличивается количество рефлюксата, и вот этот рефлюкс, он будет просто усиливаться. Далее. То есть это опять-таки давление жировой ткани. Верно. Абсолютно верно. Далее. Как ни странно, когда люди болеют. Кашель. Постоянно напрягаются мышцы брюшного пресса и иногда, но опять-таки на время болезни. Мы сейчас говорим о более или менее физиологической изжоге. Далее, ношение тесной одежды. У женщин мы говорим бюстгальтеры, корсеты, какие-то боди, которые утягивают и так далее. У мужчин это подтяжки, могут быть тугие пояса или тоже какая-то эластическая такая эластичная одежда, которая будет сдавливать и спортзал. То есть одно дело, когда человек всю жизнь занимался спортом и так далее. Другое дело, когда человек вдруг решил похудеть к лету там или по каким-то другим причинам, начинается, как я говорю, тягание железок. И вот это вот тягание, оно приводит к тому, что ни с того ни с сего появляется сначала горечь, может быть, изжога. Изжога, как правило, у нас, да, иногда еще сопровождается отрыжкой. Это может быть даже с кусочками пищи, пищевой комок возвращаться. То есть, ну, опять-таки, это все то, что мы знаем, и то, что мы можем предотвращать и говорить, ну, давайте не делайте упражнения на пресс. Допустим, лучше плавайте, лучше подтягивайтесь и так далее, и так далее. Далее. Препараты, которые назначаем мы сами, но не гастроэнтерологи, а терапевты, кардиологи и так далее, которые косвенным образом расслабляют этот нижний пищеводный сфинктер. Это многие препараты седативные, нейролептики, транквилизаторы, это антигипертензивные средства, это сердечно-сосудистые препараты. То есть, да, они выполняют свою задачу как спазмолитики, как расслабляющие препараты, успокаивающие, но точно так же они действуют и на нижний пищеводный сфинктер. Они его расслабляют до такой степени иногда, не у всех, абсолютно. Это все тоже индивидуально. Что может спровоцировать вот именно приступы изжоги. А что касается утреннего кашля курильщика и курения, оно тоже влияет? Вот я не дошла еще чуть-чуть до вредных привычек, абсолютно верно. И алкоголь, и курение особенно расслабляют нижний пищеводный сфинктер. И утро начинается с того, что здесь как бы две причины, они, наверное, конкурирующие. За ночь люди встают, да, особенно курильщики, такие махровые, заядлые, и у них откашливание начинается. С одной стороны, это очищение бронхов, альвеол, легких, когда за ночь скапливается мокрота, и они, ну, физиологично, просто организм хочет от этого избавиться. С другой стороны, когда у нас за ночь точно так же расслабляются сфинктеры,
нижнепищеводный, и идет затекание рефлюктата в пищевод, и тоже возникает ощущение желания прочистить горло. И когда это накладывается друг на друга, это прекрасная картина, такая гу-гу, когда люди откашливаются, и мы сразу понимаем, что это либо пациенты пульмонологические, терапевтические, либо наши. Действительно, есть кашель курильщика, но здесь несколько составляющих, я бы сказала. Ну и алкоголь, особенно если это газированные напитки, если это слабые напитки, которых пьют много, ликеры, там, шампанские и так далее, они вызывают мало того, что вот эти вот углекислый газ, он расширяет желудок, сам создавая давление, еще и сладость, она тоже будет способствовать расслаблению тоже и влияет. Усилению, да, вот это гастроэзофагеального рефлюкса. Угу. Каким образом сигарета расслабляет, ну, собственно, действует на нижний сфинктер? Очень хорошо. Там содержится никотин, смолы и так далее, которые обладают вот этим расслабляющим действием. В общем, то, от чего люди получают удовольствие, то расслабляет. Она же действительно каким-то образом расслабляет и все. Вот. Тоже получается изжога по этому принципу у нас идет расслабление, да. Угу. За все надо платить. Ну да. Вот каким образом это все дело запускается? Ну, то есть, как часто вы видите пациентов, ну, если брать возрастную группу, там, не знаю, изжога у детей, насколько часто встречается, с чем это чаще всего связано, изжога у взрослых, и чаще с чем это связано. И, собственно, процесс запускания, как бы не было, потом... триггерная точка и начала мучить изжога. На самом деле, если мы вот говорили, да, о спортсменах и о всех, да, не было, он совершенно четко, он говорит о том, что я пошел в спортзал, через 3-4 дня появилось. Или совершенно четко пациенты говорят, вы знаете, я подозреваю, что вот на этот препарат почему-то я не пил, а может такое быть? Мы начинаем разбираться с препаратом, может. Если мы говорим о детях, я взрослый, конечно, гастроэнтеролог, но все-таки консультирую мы своих и все. У детей, как правило, это питание. Это питание и ожирение. Да? Да, погрешности в питании, это пища. Ну, они все любят фастфуд и все. И когда нарушается целостность пищевода, слизистая, детки сейчас тоже, ну, скажем так, здоровых очень мало, все равно все получают какие-то препараты. И не всегда ребенок пожалуется родителям. А пожалуется уже тогда, когда, ну, уже его это будет напрягать сильно. Поэтому, если взрослый обратит внимание и примет какие-то меры, то дети, чтобы лишний раз им, может быть, что-то купили, дали, не поругали за съеденный фастфуд, они не жалуются. И к сожалению, на гастроскопии очень часто сейчас эндоскописты находят эрозивные поражения пищевода. То есть, на самом деле, и у детей сейчас гастроэзофагеальная рефлюксная вот эта болезнь, она прогрессирует. И возрастной контингент все-таки больше страдает у нас это ожирение и большое количество препаратов. Полипрагмазия, ну, которые жизненно необходимы, жизненно важны. Это коморбидные пациенты с большим количеством патологий. Там непонятно, что над чем превалирует. Это стентированные, шунтированные пациенты, которые имеют, да, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, перенесшие инсульты, инфаркты и так далее. Поэтому здесь, конечно, всегда поддерживающая идет терапия, да? Абсолютно идет терапия прикрытия. Это может быть пульс-терапия, это может быть на протяжении всего. Мы меняем препараты, чтобы не было привыкания рецепторов. Но сами терапевты и кардиологи, они уже прекрасно это все знают, научены и, как правило, стараются прикрывать пациентов, чтобы не было вот таких проблем. Как понять, что это именно изжога, а ничего другого? Ну, вот это чувство жжения, я думаю, что если кто-то когда-то испытывал, он его ни с чем не перепутает. Но есть коварство некоторое в изжоге. Как говорится, лучше перебдеть, когда человек впервые, у него возникло чувство жжения, и человек возрастной, человек не совсем здоровый, и оно настолько сильное, что куда-то иррадиирует, печет. Ну, лучше обратиться к врачу, лучше сделать ту же кардиограмму банальную. Это даже не УЗИ сердца, это не КТ, не МРТ. Это сейчас делают в приемном отделении, если это ночное время. Это поликлиника, это если дневное время. И исключить какой-то приступ стенокардии. Хотя сама изжога, мы уже говорили, да, что это симптом, это не заболевание, очень часто может имитировать и приступ бронхиальной астмы удушья.
и ишемическую болезнь сердца, и кучу-кучу всего. Раздраженное горло, да, вот кажется, что... Внепищеводные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни достаточно часты. Поэтому даже стоматологи отмечают то, что при рефлюксной вот болезни очень часто усиливается проявление кариеса. Десна страдают, вплоть до синуситов, гайморитов, фронтитов и так далее. Чем выше, сильнее рефлюкс, чем чаще он возникает, и чем длительнее стояние этого рефлюктата в пищеводе и в ротовой полости, потому что это кислота, это ферменты, тем сильнее проявления будут. Поэтому, ну, если вы понимаете, что это изжога, и вы знаете, от какой это пищи или от чего, вы можете прекратить и посмотреть, пройдет это. Если это несколько раз в день, несколько раз в неделю, если это уже становится не нормой, и тем более, если человек просыпается от этого ночью, если он все время на антацидах как и бы, пьет какие-то препараты, да, что-то делает, но это уже ненормально. И объясню, почему мы это не любим. Потому что лечить уже хронического такого пациента гораздо труднее. Там идет перерождение слизистой пищевода, там идет метаплазия, дисплазия, целый каскад каре у нас есть, который приводит, к сожалению, в определенном случае к пищеводу Барретта, это предрак, вот, ну и потом аденокарцинома пищевода, к сожалению, при отсутствии должного лечения. Поэтому, чтобы этого не допустить, даже не обязательно прям идти делать гастроскопию, то, чего все боятся. Просто хотя бы обратиться к врачу и получить нормальный, адекватный совет. Безусловно. Но вот если говорить о современных методах диагностики, что именно как раз-таки здесь, какие инструменты в руках врача? Если говорить про гастроскопию, которую все боятся, ну, в общем, не знаю, насколько тут стоит бояться при учете современных технологий. Я не знаю вообще, бояться. Мы сами к ней привыкли, сами мы ее делаем, мы соблюдаем все клинические рекомендации, европейские стандарты, соответственно, полу, возрасту и так далее. Есть у нас диспансеризация. И я очень рада, что сейчас люди многие стали вникать это, понимать ее важность и проходить все эти манипуляции. Но сейчас делают, хотите вы под седацией, да, под наркозом, грубо говоря, хотите без, хотите интраназально, трансназально, точнее, ультратонким зондом, пожалуйста, вам в один носовой проход брызнули лидокаином и через носик аккуратненько таким, ну, грубо говоря, детским зондиком прошли. При необходимости таким же образом вам могут взять биопсию, вам могут взять быстрый уриазный тест на хеликобактер. Сейчас, ну, мне кажется, сейчас арсенал, и в нашем регионе, это один из регионов, где вот все, в принципе, есть у нас, на самом деле, все доступно. Хотите государственная клиника в рамках ОМС, хотите частная, все, что хотите. Поэтому самое первое и самое простое – прийти к врачу, поговорить и, конечно, выполнить, ну, хотя бы раз гастроскопию. Дай бог, хорошо, если вы сделали, там ничего нету. То есть это мы ставим не гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, есть такое понятие ГЭРБ, а есть НЭРБ. Неэрозивная рефлюксная болезнь. То есть просто пищеводик гиперемирован, где-то изменения, но нет язв и эрозии. Это лечится гораздо проще и назначаются препараты. И в зависимости уже от того, что мы найдем, то ли мы назначим антациды, то ли ингибиторы протонной помпы, это золотой стандарт, то ли прокинетики, то ли мы отменим какую-то терапию или попросим врача заменить. Если у нас терапия не срабатывает, такое тоже бывает, мы начинаем думать о том, что может быть есть какое-то препятствие, почему человек, иногда приходят пациенты и говорят, вы знаете, доктор, я просыпаюсь утром, а у меня слюна, полный рот слюны или на подушке слюна, стоп. Тут сразу речь идет о том, что, наверное, есть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. В таком случае пациента направляют на рентген. Что происходит? Тоже совершенно безболезненная и даже не дискомфортная процедура. То есть приблизительно вот такое количество бариевой взвеси дают выпить пациенту и фотографируют его сначала ровно, потом мы говорим это положение Тренделенбурга, его наклоняют на аппарате, и если, ну, грубо говоря, опять есть грыжа, она влазит, выпадает, и мы уже смотрим размеры грыжи. То есть если она небольшая, мы говорим о том, что вам надо модифицировать образ жизни, говорим там, какие упражнения делать, что принимать. Если большая, хирургия. У нас речь идет о хирургии, да, фундоппликации. Мы, естественно, назначаем
консультацию хирурга и уже потом готовим к операции или после работаем. Далее, если нет грыжи, но пациент по-прежнему говорит: доктор, мне не идет ваше лечение, у меня опять то, все пятое-десятое, у нас есть импедансметрия, у нас есть pH-метрия, у нас есть манометрия, когда давление в пищеводе измеряют. Ну, то есть масса всего на самом деле. И параллельно, конечно, мы делаем УЗИ брюшной полости, мы смотрим, может быть, там какие-то проблемы с желчным пузырем, с поджелудочным, что может это поддерживать. Вот. И вплоть до кишечника, который, да, мы всегда говорим, что надо добиваться ежедневного стула, чтобы все было, двигалось туда, куда надо, и не было вот этого распирающего давления в брюшной полости. Вот. Поэтому грамотный гастроэнтеролог, ну, я думаю, это не проблема поставить диагноз. Да, бывают проблемы в лечении, бывают резистентные к терапии пациента, ну, не без этого. Но, тем не менее, нет невыполнимых задач. Но единственное, что я могу сказать, если язву, гастрит, дуоденит, еще что-то можно вылечить, то это заболевание, как правило, хроническое, и мы просто вводим человека в глубокую ремиссию. Но полностью излечить гастроэзофагеальную рефлексную болезнь, как правило, невозможно. Это на самом деле так. Угу. У нас есть звонок, да, добрый день, мы слушаем вас. Здравствуйте, Марина. У меня вот похожая ситуация, только как бы у меня не изжога, а рефлексоэзофагит. Как с этим вот бороться и можно ли полностью вот излечить, применяя терапию? Ну да, мы сказали о том, вопрос, что рефлюксоэзофагит, вот жалко, мы не узнали у звонящей девушки. Во-первых, у нас есть рефлюксоэзофагит разных стадий, ABCD по Лос-Анджелесской классификации, в зависимости от того, какой участок, какая окружность поражена, сколько миллиметров этих эрозий, как они расположены, для нас это все важно, для подбора индивидуальной терапии. Вылечить полностью нельзя, но можно, я же говорю, ввести в ремиссию на длительное-длительное время, на годы, при условии соблюдения, во-первых, тех рекомендаций, которые мы даем, соблюдения комплаенса. И, конечно, здесь надо думать о том, что если девушка, не рожавшая, предстоит беременность, это, конечно, детонка там будет рваться, все это будет вылезать на передний план. Надо сразу обговорить терапию перед этим. Ну и, конечно, мы ждем на прием всех, кто хочет вылечиться и в нашу поликлинику, и в отделение. Конечно, конечно, нужно лечить. Угу. Ну, при учете фармрынка, вот вы уже сказали, что столько всего препаратов, каждому подбирается при лечении индивидуально эти препараты, как я понимаю. Ну, не то, что прямо каждому, но у нас есть разные группы. Есть препараты антоциды. Антоциды тоже бывают разные. Есть пеногасители, есть содержащие там магний и так далее, и так далее. Которые вызывают запоры, которые не вызывают, которые разрешены беременным, которые сейчас содержат, у нас есть новый препарат, который содержит гиалуроновую кислоту и хондроитинсульфат. Он прекрасно работает, он прекрасно адгезируется на слизистой пищевода, все кислорочки. С восстанавливающим действием, да, и он не препятствует, если все антоциды препятствуют всасыванию других препаратов, да, мы говорим, что 2 часа до антоцидов или после таблетки нельзя не принимать, кушать, да. Пить, есть, угу. Пить таблетки, то здесь можно. Здесь такая биоадгезивная пленочка. Дальше, если это проблемы именно с пищеводным сфинктером и со всем остальным, мы назначаем прокинетики. То есть препараты, которые не дают обратно как бы вернуться этому току и ускоряют продвижение из желудка. Их тоже есть разные группы. Есть, которые можно пациентам с сердечными заболеваниями, есть, которые нельзя больше 5 дней. И никуда мы не уходим от ингибиторов протонной помпы. Эзомепразол, пантопразол, рабипразол и так далее. Все празолы. Но тоже в зависимости от величины, глубины поражения у нас есть разные схемы, разные курсы длительности. Но, как правило, если есть эрозивные поражения, то 2-3 месяца, а то и до полугода приходится принимать прибар. Это практически пожизненный прием препаратов этих. Это, по сути, такое как бы залечивание язвочек, раночек, да? И это с одной это стороны залечивание, с другой стороны это кислотосупрессия, да, то есть чтобы не было при повышенной кислотности, если мы знаем, что она существует. С другой стороны это восстановление вот этого слизистого слоя бикарбонатов, который обладает защитной функцией. У нас сейчас есть еще один препарат, с которым мы тоже долго работаем, и он сейчас каждый год в нем находят новые и новые свойства.
если он раньше был только для желудка, сейчас мы его рекомендуем и для эрадикации, и для тонкого кишечника, и для пищевода. Это препарат, который давно-давно создали японские ученые, сейчас он дошел до нас, но тоже неплохо себя показывает. И сейчас мы его начинаем включать в разные схемы терапии. Возможно ли бороться с изжогой без медикаментов, а выправив свой рацион питания? В общем, каким-то образом нажать на диету или на продукты? Безусловно, если вы не в стадии эрозии язвы, если вы заботитесь о своем здоровье и знаете, что у вас не было, появилось, вы сели, подумали, от чего бы это могло быть, или сами, или вместе с гастроэнтерологом или терапевтом исключили причины, которые это вызывают, да, сбросили вес, перестали какое-то время качать пресс там усиленно, поменяли питание, поменяли препараты. Да, безусловно, почему нет? Но если это уже процесс, так сказать, длительно текущий, изнуряющий, я думаю, первое время, конечно, не справится без квалифицированной медицинской помощи. Народные методы. Помогает ли при изжоге содовая вода? Да, если люди выживают, как мы говорим, то помогает. Нет, безусловно, может быть однократно, если вы находитесь в горах, в поездке еще где-то. Раньше даже были препараты у нас, ингибитор протонной помпы вместе с содой. Но потом, посмотрев на это все, поняли, что изначально, да, он как пеногаситель же сода действует. Но, с другой стороны, это может быть ожог щелочью вызывать и синдром рикошета, самое главное. То есть первые там 10-15 минут пациенту дали, он заснул, слава богу, до утра проспал. Но сода, помимо того, что выделяет кислород, вот этот, который нам не нужен, обжигает, там еще есть момент разрыхления. Слизистой. Она разрыхляет слизистую, которая и так рыхлая, она не очень хорошая, она нездоровая. И мы добавляем соду. Однократный прием 1-2 раза в жизни, может быть, ни к чему и не приведет. То есть, да, вы уберете изжогу. Но на постоянный прием ни в коем случае, потому что вы только усугубите свое состояние. Угу. Ну вот, если такой вопрос, вот интересный, я встретила в сети, люди спрашивают, которых мучает изжога, как правильно при ней спать. Угу. То есть тут тоже есть какие-то абсолютно медицинские верно. Лайфхаки. Как я понимаю, это, наверное, опять-таки связано с давлением, да, на желудок? Тут больше даже не с давлением. Ну, во-первых, мы говорим о том, что за 2-3 часа прием пищи. Не так, что мы тот же стакан, там, кто привык кефир пить, я не знаю, ряженку, еще что-то на ночь. 2-3 часа, ну хотя бы 2 часа сидеть, ходить или что-то делать, посмотреть телепередачу, там, почитать что-то. Но это сидя. Ложиться ни в коем случае. Если у вас уже диагностирована гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, вы страдаете от изжоги, головной конец кровати, безусловно, должен быть поднят на 15-20 сантиметров. То есть, либо это подушки, есть такие, я забыла, как они правильно называются, но такие, в общем, треугольные, специально для таких пациентов. Либо просто, я не знаю, ненужные тома книг или какие-то там брусочки подкладывают под головной конец кровати. Особенно это у тех пациентов, кто привык спать вообще без подушки. Для них, конечно, проблема накладывать подушки или брать. Они просто приподнимают на 15-20 сантиметров головной конец. То есть человек, когда ложится, все равно сфинктер расслабляется. И если он уже нездоров был, да, там конечно, были идет заброс. Затекание, да. И вот они ночью, бедные, просыпаются от изжоги, им все равно, что пить. Молоко, соду, минеральную воду, там что жевать. Они просто начинают это убирать. А когда этого не происходит, то поэтому мы говорим, что еще и антоцит надо желательно выпить, чтобы он такой плод создал, барьер, когда вы ложитесь им. Приподняли головной конец. Правда, я не знаю, как это повлияет потом на позвоночник. Прекрасно это повлияет. Нормально, если, да? Даже если вы будете спать без подушки, то есть вы же будете ровно, но просто оно будет приподнято. 15-20 сантиметров, на самом деле, это не сильно влияет, да? Угу. Можно ли есть при изжоге мед? Насколько, ну, как бы есть медолюбители, естественно, насколько это может повлиять? Есть можно,
но повлияют очень сильно, потому что, как ни странно, всеми любимый такой полезный мед, он очень сильно влияет на нижний пищеводный сфинктер, как и любое сладкое, шоколад и так далее, и так далее. Если вы, конечно, не можете жить без меда, ну просто сократите или там добавляйте в чай, хотя говорят, что при большой температуре он теряет свои свойства, больше 40 градусов, насколько так, я не знаю. Но да, есть любители, особенно сот, ну они страдают больше. Есть можно, но это ваше здоровье, уже надо как-то расставить приоритеты и от чего-то отказываться. Безусловно. Ну вот есть такое, когда изжога происходит исключительно утром. Только по утрам. И вот, наверное, если, допустим, не таблетки, не диеты, а вот эта вот треугольная подушка, это может выправить ситуацию, если можно только по утрам? Можно попробовать начать с этого. Можно на ночь просто попринимать те же антациды, просто на ночь. Утром просто изжога, как мы начинаем выяснять, да я ничего не делаю, у меня все хорошо, но почему же у вас изжога утром в течение дня? Ну, я встал, утром выпил стаканчик воды с лимоном или с медом. Здравствуйте, приехали. Да, вот мы выяснили причину утренней изжоги. Такие моменты тоже бывают. Угу. Ну вот, если говорить о том, как стресс, про лишний вес мы сказали, безусловно, что это сдавливание, да, тканей, то как стресс и изжога взаимосвязаны? Ой, стресс – это вообще наше все. С гастроэнтерологией связано это очень сильно, но здесь, наверное, будет даже не гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, здесь будет функциональная диспепсия, то есть, когда мы говорим про кишечник СРК, да, у нас стресс, все, запустилась энтероцепция, гиперчувствительность висцеральная. Синдром раздраженного кишечника. Да, сам по себе, да, это нижние отделы, верхние отделы – это у нас функциональная диспепсия, которая в том числе может включать в себя изжогу. Какие-то болевой синдром, отрыжку и так далее. Человек понервничал, через час у него началась изжога. Но опять-таки это будет не постоянный, это будет связано только со стрессом. Если мы будем говорить, что у него и стресс прошел, и все закончилось, а изжога сохраняется, то есть это будет просто совпадение. Потому что здесь выделяются при стрессе что? Адреналин, норадреналин. Это гормоны стресса, да, которые тоже запускают каскад реакций, которые тоже влияют на деятельность сфинктеров и всего остального. Собственно говоря, по какому типу у нас и кишечник срабатывает, и все. Та же песня, та же реакция на стресс. Стресс вообще это двигающий фактор. И в гастроэнтерологии он далеко не последнюю роль играет тоже. Угу. Если говорить о санаторно-курортном подходе к изжоге, то здесь наши курортники, дорвавшись до минеральной воды... Это прекрасно, да. Вот, начинают как бы иногда бесконтрольно ее употреблять для того, чтобы это состояние как-то стабилизировать, увеличить годы ремиссии и так далее. Могут ли они здесь навредить или наоборот, это как бы да пожалуйста? Ну, как говорится, без фанатизма, если и все в меру, да. Но это не в острый период. Мы всем говорим, что ни панкреатиты, ни гастриты, ни тем более рефлексная болезнь, она не лечится в санатории. Санаторий – это что-то, реабилитация. Да. Мы закрепляем достигнутый эффект. То есть мы вылечили здесь медикаментозно или не медикаментозно. Мы вылечили, человек поехал, ну, грубо говоря, мы Ессентуки больше, да, желудочно-кишечный тракт, поехал там пить какой-то номер, 4-й, 17-й и так далее. Ему попался хороший врач в санатории, который сказал, что очень иногда грамотные есть, которые смотрят там на кислотность, на то и говорят, вам теплую, вам холодную. Вам иногда врачи говорят... Просто по стакану перед едой. Ну, пациенты ж у нас кашу маслом не испортишь. Ну, как они бы, стакан маловато, второй, да. Третий маловато. С одной стороны, они растягивают желудок, увеличивают давление. Потом идут же есть еще. А что такое переедание? Это опять растягивание пищи. Это еще хуже. Более того, урологи, нефрологи тоже со мной согласятся, что большое количество этих вод это вызывает солевые кристаллы и даже образование мочекаменной болезни, несмотря на то, что водичка тоже лечит. То есть здесь надо все делать без фанатизма. Стоит не забывать о том, что и привет диарея, если как бы про человек, не привыкший к минеральной воде, начинает ее голодными употреблять. А еще и холодненькую начинает прямо вызывать стимуляцию перистальтики.
потом им не нравятся санатории, дискредитируются врачи и так далее. На самом деле это все хорошо. Хороший санаторий, врач, которому вы доверяете, приезжаете вы в состоянии уже ремиссии, полстаканчика, 100 мл за 30-40 минут до еды, той воды, которую вы назначили, где вы находитесь, в каком месте, конечно, это будет только польза. Угу. Ну и, безусловно, не могу не затронуть вопрос основной профилактики. Давайте пробежимся, подытожим нашу беседу. Что, собственно, нужно делать при изжоге? Ну, начинаем со сна. Вот как за 2-3 часа есть. До сна мы не кушаем. Угу. Да, то есть легкий ужин за 2-3 часа до сна. Если есть, начинаются уже проблемы, мы спим с подушкой. Начинаем заниматься спортом постепенно, без фанатизма, но начинаем заниматься, потому что гиподинамия ведет к ожирению, ожирение в свою очередь, к увеличению внутрибрюшного давления и так далее, это изжога и так далее. Далее, ну, вредные привычки, да, курение, алкоголь и так далее, сократить, лучше убрать, по возможности, если это все-таки невозможно убрать, не надо много пить пиво, шампанского, газированного и так далее, все, что будет расслаблять. Обращать внимание на те препараты, которые вы принимаете. Я их перечисляла все в начале. Далее заниматься лечением тех проблем, заболеваний, которые у вас есть. Далее не носить все тугое, стягивающее и так далее. И, конечно, ну, наверное, больше радоваться жизни, потому что стресс, мы уже говорили об этом, больше улыбаться, больше позитивных эмоций, не злиться. Потому что стресс все равно двигатель и очень сильно влияет на это все. Ну и больше двигаться на свежем воздухе. Угу. Ну а домом, как я понимаю, если как бы между утягивающим бельем и спортом выбирать, то спорт, конечно, потому что ну как бы утягивающее белье это на один вечер, как быть красивой. На самом деле это просто да, реклама и внешний косметический эффект. Да, но мы же заботимся о здоровье. Конечно, да, конечно. Да. Поэтому и минус гиподинамия. Безусловно. Двигаться. Все, о чем мы говорим для гастроэнтерологических заболеваний, точно так же приемлемо и сюда. Спасибо большое. Рада буду вас видеть. Как Спасибо. Можно чаще в нашей студии приходите, рассказывайте, просвещайте. Благодарю. Эфир программы «За здоровье» подошел к концу. Прошу вас, не переключайтесь. Оставайтесь на своем ТВ, смотрите нас. А мы с вами увидимся буквально завтра в 10:45.